кусок ешь. Мы съедите. Салют, друзья. Куда ты приехала, Диана? Идзюлю. Куда? Идзюлю. Игровую? Да. Будешь играть? Да. Ну, побежали. Диана уже катается. На чем это ты сидишь? Это пчелка или кто это такой? Пчелка, да. Это три пчелки здесь. Музыка играет. Я пчелка. Мне пчелка. Классно? Посмотри вокруг и скажи мне, куда ты еще хочешь? На чем хочешь кататься? На паровозик хочешь? Да. Это не здесь. Паровозик нужно оббежать и туда пойти. Побежали. Это паровозик или это машинки? Паровозик из машины. Боишься? Нет. Ну, страшный, страшный. Давай пойдем на лошадку. Держись, Диана. Да вот этот самолет? Да. Ого! Ну, давай попросим дядю, пусть откроет. Да, открой. Безопасность. Держись за руль или штурвал. Диан, ты тренируешься? Хочешь еще один круг? Да. Вот это да. И она будет летать вместе с девочкой на одном самолете. Мне понравилось? Да. О, Рома, привет! Это такая горочка? Да. Диана, для маленьких, да, горочка? Да. Для меня. Для тебя? Как я люблю. Как ты маленькая, да. Ой, куда ты пошла? Диана, что ты там делаешь? Диана. Здрасте. Ой, качелька здесь есть. Садись на качельку. Что, покатать тебя? Да.
качелька. Маленькая такая. Да, для меня. Для тебя? Да. А что, ты такая маленькая, да? Да. Это я как я для тебя. Это она большая. И Катя как хозяйки. Я и мамки. А ты будешь сама раскатываться? Нет, знаешь, вот не мамки, я и мочи какая-то. Ты не можешь еще, да? Да. Ты. Вот такая котелька интересная. Там тут день рождения празднуют. Идем на горочку. Там шарики. Шарики там? Да. А ну-ка покажите. Ух ты! Ой. А так где она в шариках? Смотри, кто там нарисован? Пингвинчики. Сколько их штук? Один, пять. Ты уверена? Семь. Так, пять или семь? Семь. А я насчитала там четыре пингвина. А кто вот это нарисован? Лошадки. Лошадки? Да. Представляешь, у них даже крылья есть. Я катаю. О, Рома катается на качельке. Тут есть шар. Воздушный шар даже есть. Домик. А, домик, смотри, похожий, как у тебя есть. Да. Ты уверена? Может, так не нужно делать? Нет. Не боишься? Да. Я здесь и больно. Не можешь так вылезти? Да. Тогда нужно вот так вот перелезть. И идти заново на ступенечки. И по ступенечкам выходить, и тогда спускаться. Да. А я все поняла. Ты все понял? Ну да, когда будешь большая, ты сможешь так. А да. Пока маленькая, то не стоит. А ну-ка бежи, бежи, сейчас сзади остановит, ты тоже пойдешь. Побежали. Да что ж такое? Теперь мы катаемся на лошадках. О, с Ромой весело кататься. Как лошадка делает? Ждешь свою очередь? Да. Правильно.
Отлично, и так. О, застряла. Свинка, ты чего? Ой, как Диана прыгает на батуте. Рома научил прыгать высоко-высоко. Вот, прыгает, сделай. Диана, на ком это ты села? Пойдемте посмотрим. Ты свинка с Angry Birds, да? Вот такой стульчик интересный. Диана ловит рыбку. Поймала, молодец. Это Дианочки? Вау, это Ромочки. А это Ромочки. Да. Давай лови рыбку. Ой, какой это цвет? Фиолетовый. Фиолетовый, правильно. Это кому будет рыбка? Мне. Диане? Да. Оп. Какой цвет? Кому рыбка? Ой. Ромочка. Вот такая рыболовка. Диана высыпала свою добычу. Куда хочешь? Идем на большой кран. Сейчас Диана будет строить. Так. Посмотрим, что здесь происходит. Диана садится в кран, он рабочий, у него светится лампочка. Диана, ты поняла? Поняла. Да-да. Нужно перетаскивать грузы. Нам там все настроили. Бери, бери стучка, я тебе просто буду подсказывать. Ничего себе. Ты, да вот так перетаскивать грузы, класть их наверх. Вот это дело, оно проносит. Теперь на кран пришел Рома. А Диана побежала в шарики. Давай, смотри, я пока сейчас покажу. Ух ты! Большой? Какой это цвет? Розовый. Розовый, правильно. Какой цвет? Желтый. Желтый. Ты уверена? Не боишься? О, Диана так смело на шарик села. А это какой цвет? Фиолетовый. А вот это какой цвет? Голубой. Голубой, верно. А найди мне красный цвет. Правильно. Рома пришел к нам. Ух ты, вверху тоже шарик. Нужно этими шариками подбивать верхние шарики. Рома классно придумал. Ой. По краю. Такая бесстрашная. Это подушечка жираф. Жираф пошел купаться. Это подушечка корова. О, корова поплыла. А это тигрята, да? Ксюша, мы друзья.
Тигрята тоже плавают? Да. Все плавают в воде. А Диана будет прыгать в воду? Прыгай. Ой. Ой, Диана плавает. А если акула приплывет? Плывет акула, всех назад. Назад всех, на лодку. Быстро. Чтобы их акула не укусила. Диана тоже прыгнула в лодку. Все. Диан, ты всех спасла. Да. Дай пять. Молодец. Я обойду там обойдеть и дучки. Ты не дашь обижать зверей? Да. Ой, какая ты молодец. И наши. Наши звери? Да. Здравствуйте. Это что, магазин? А что это такое? Парикмахерская? Нет, это магазин, это домик. Это домик? Да. Какой интересный домик здесь. О, топ-топ у нас. Ой. Ой. Глаза. Глаза такие большие. У тебя массаж животика? Что это ты делаешь? Ты хочешь его бросить в бассейн? Да. Еще что-то будешь бросать? Нет, да. И будешь прыгать? Ой, это опасно. Диан, пойдем играть в игровые автоматы. А где? А мама? Вон, куда Рома пошел с папой, туда и мы пойдем. Мы идем играть в игровые автоматы. Диана выбрала себе какую-то машину. Это машина черепашки-ниндзя или что? Что вы здесь делаете? Смотри, мам! Ты! А куда-то мы попали с вами? Это какое-то нашествие пауков! Ты их победила, Диана! Да, они падали. Они убежали, да? Да. Идем смотреть, что еще есть. Ну что, Ромчик, сыграем? Оп. Ой. Рома уже вылез на стол. О, Рома сам себе гол забил. О, держи, Диана, оборону держи. Рома сам себе забивает. Ты себе сама без гол забила. Зарячи. Диана попробовала мамино ням-ням, а оно горячее. Идем купим тебе сок. Диана села за столик, будет пить сок. К сожалению, почему-то здесь больше ничего не продается. Ой, Дина! Ой, день рождения, да. У кого-то день рождения, ему несут торт. А Диана ждет свой день рождения? Да. Как ты будешь петь песенку на день рождения? Тую? Открыть тебе сок? Да. Ой, ты сама? Да. Извини, ты же взрослая, я забыла. Да. Конечно. Диана, а что ты за сок пьешь? Маша и медведь. Маша и медведь. А ну разверни. Вот. Это Мишка, да? Да. А с другой стороны? Маша, Маша, привет. Куда теперь? Там с Машей и медведь. Сок пила Маша и медведь. Сейчас мы с Дианой будем водить машину. Садись. Рома уже ездит. Села?
Передачу уже включили. Руль в руках. Наверное, нужно нажать вот эту кнопочку. О! Сейчас загрузится. Загрузилась? Поехала. Ну все, крути руль. О, видишь, у тебя красная машинка едет. Ой, ты на поле выехал. Ой, что с рулем? Руль сам по себе дергается. Мы с Дианой первый раз на таких машинках. Диана, ты такой шумахер. Машины подрезают. О, смотри, ты всех догнала. Вот это у тебя скорость. Руль трясет. Папа будет Диане помогать. Я буду ехать посерединке, а Ромчик едет слева. Мы все за рулем. Ой. Боже мой. Так, вы меня там не подрезайте, ребята. О, Диана. Ну что, Диан, будем уже уходить? Тебе здесь понравилось? Хорошее место. Пока, Диана. Диана. Уже себе сама пошла. Смотри, как красиво. Видишь? Ночью вот эти все трубочки светятся. И красота неземная. Здесь такое вот стекло. Специально, чтобы не упасть. Чтобы мы здесь так, чтобы мы здесь это. Чтобы смотреть было удобно? Да. Привет, Яна. Что ты там, пальчик застрял у тебя? Не та пальчики. Много пальчиков? А если не вымешь? Вымешь. Ой, мы уходим. Ого, ты такая громкая. Ой, смотри, кто здесь нарисован. Это собачки такие классные. А там кто? А там нарисованы принцессы. Да, это мой. Золушка, Белоснежка. Это мой тай. Твои принцессы? Да. А почему они твои? Я и отдал. Потому что ты принцесса? Нет. Это я отдал. Лифт, открывайся. Ну, будет ехать вниз. Сейчас он на пятом этаже. Мы на третьем этаже. Заходим. Папа, раз, иди, два, три. Третий этаж? Да. Раз, два, три. Приехали? Да. Мы приехали на первый этаж, а здесь макет Киевского железнодорожного вокзала. Рома, смотри, сколько здесь поездов. Там чьи-то домики даже стоят. Вот это да! Диана, стреляешь только в тех уточек, которые поднялись. Стреляй. Смотрим, кто здесь. Это не мой. Попала. Там есть утка. Диана. Попала. Да? Ты готова? Ой, да. Диана, ты где? Ой, у тебя новый. Не попал.